И к другим темам. Дорогу к поселку Солонцы-2 начнут строить уже в конце июня. А в будущем она свяжет Солнечный с Красноярском в объезд единственного пути Енисейского тракта. Для этого сейчас энергетики переносят теплотрассу на Северном шоссе. Они же и заявили до конца июня построить новую трубу. И тогда дорожники выкопают ливневки и установят опоры. Объект сегодня посетил мэр Сергей Еремин. Также градоначальник проверил, как идут работы на Естинской, 9 мая, Марковского и мосту через Качу в районе Солонцов. На все это по проекту безопасных и качественных дорог городу выделили 292 миллиона рублей. Чтобы освоить деньги и успеть закончить все работы за сезон, строители зашли на объекты уже в начале апреля. Программа производственная по благоустройству и техническому перевооружению нашей инфраструктуры. Все закрутилось, подрядчики работают. Все, понятно, сразу тут меры предосторожности. Я посмотрел, все в масках. Соответственно, обработка рук производится. Это первое, на что я обратил внимание руководителей предприятий. Поэтому здесь, конечно, с мерами предосторожности, но все работы производятся. Теперь дальше только будем наращивать темп для того, чтобы все программы нам выполнить.